Заканчивается капитальный ремонт второй очереди улицы Пушкина в Слониме. Это наиболее сложный участок с заменой многих инженерных коммуникаций. Сделаны съезды, сходы к домам, поскольку жилье, особенно по северо-восточной стороне улицы, находится ниже проезжей и пешеходной части дороги. Я вельми задоволен этой работой. Такого николи тут не было? Не было николи. Ранее был такие асфальт просто и все, тут дорожка. А тут на угол ничего не было, только трава росла. А теперь добро зробили, добро. После окончания этих работ дорожники ДРСУ-65 перейдут на переулок Подлесный, рассказывает главный инженер Виктор Карташевич. На этой неделе, слышал, уже планируете закончить на этой улице? Ну, близко к тому будет. Остатки тут нижнего и выравнивающего слоя сегодня будем укладывать во второй половине дня. А верхний слой, ну, если не на этой неделе, то на следующей, да. Ну тут же очень сложный объем работ был, да? Очень сложный. И труба, коммуникации, вот теперь колодцы водопроводные, объем значительный. Да, благоустройство здесь сделано очень так серьезно. То есть это вторая очередь? Второй пусковой комплекс. Второй пусковой. Еще будет третий. Ну это уже в следующем году, скорее всего. Скорее всего. Тут заканчивается на остановке маслозавода. Ну, там останется уже небольшой участок, там уже таких сложных работ не будет. Около 300 метров, ну, еще освещение будет там. Освещение только, да? Освещение, да. И отсюда куда переходите? Еще в планах улица Подлесная, но там незначительный объем работ. Там переулок Подлесный? Или переулок Подлесный.